Не важна ваша религия. Вы сейчас увидите людей, которые просто услышали Евангелие, то самое, которое Господь Иисус проповедовал, будучи здесь на земле, и поверили, и Бог творил в их жизнях. Послушайте тоже, верьте, и Бог будет творить в вашей жизни. А после свидетельств я вернусь. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. И с каждым чудом мы убеждаемся в том, что это правда. У меня почти не слышало это ухо. Вот это правое? Да. И как давно? Уже много-много лет. Сколько приблизительно? 5 или 6 лет. И если прикрыть это, как вы слышали? Почти ничего. Тогда прикройте хорошенько. Смотрите туда, в зал. Как ваше имя? Франциско Домингос. Я разведен. Сколько у вас детей? 6 детей. Иисус исцелил вас, Франциско. Мое зрение. Еще мое зрение. Зрение? Что у вас было со зрением? Все как-то размыто. И только в левом глазу? Ничего не видел. До молитвы. Когда вы смотрели на людей, что вы видели? У меня было все размыто в глазах. Вы не могли разглядеть, что они делают? Я ничего не мог рассмотреть, даже буквы. Все расплывалось? Расплывалось. Посмотрите теперь на людей. И что они делают? Я вижу, как они машут руками. Иисус исцелил! Уже 7 лет у меня опухоль в желудке. 7 лет? Да, 7. А сейчас на 20 с чем-то? Сейчас мне 53 года. 46 лет у вас была эта опухоль? Да. Какого размера она была? Уже начала образовываться грыжа. Какого размера она была? Вот такой. Размером с яйцо? Да. Теперь исчезла? Исчезла. Аминь. Примерно 5 лет назад у меня случился инсульт. Я даже не могла готовить еду. У меня не сгинались 3 пальца, теперь я могу их согнуть. Ничего не брали этой рукой? Я брала, но все падало на пол. Мой ботинок упал. Возьмите мой ботинок. Поднимите его, поднимите его. Вы исцелились? Аминь. Я исцелена во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Ай, у меня было воспалено это здесь, левое плечо. Воспаление? Да, да. Как давно? Уже где-то больше 2 лет. Теперь вы свободны? И эту руку я не могла поднять. Даже, не могли даже пригладить волосы? Вот вот. Поднимите обе к небу. Ой, смотрите, как прекрасно, спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Как ваше имя? Наир. Ну разве не хорошо делать дело Бога, спасибо, друзья? Иисус. У меня износилось колено. Болел седалищный нерв, от которого болела даже шея. Болело все. Как вы ходили с такой проблемой? Я ходила вот так. Хромая. Хромая вот так? Теперь... Я приняла благословение. Получили благословение? Да, да. Тогда ходите нормально во имя Иисуса. Как прекрасно, друзья! Почему вы плачете? Я очень взволнована. Почему вы растроганы? Потому что я снова стала слышать. Вы не слышали каким ухом? Вот этим. И уже давно? С тех пор, как мне исполнилось 3 года. И сейчас вам сколько? Сейчас мне 10. Вы не слышали 7 лет? Да. Если прикрыть это, не слышали? Нет. Тогда вот что, прикройте его. Смотрите туда, в зал. Эстер. Апаресида. Вилсон. Нет. Как прекрасно, Эстер! Иисус исцелил вас! Исцелил. Прикройте это снова. Смотрите туда. Хорошо быть здоровой. Это прекрасно. Прекрасно, друзья! Спасибо, Иисус! Это замечательно. Да славят тебя, Господи, все дела твои, и да благословляют тебя святые твои, да проповедуют славу царства твоего, и да повествуют о могуществе твоем. Итак, друзья, теперь настал момент молитвы. Тот же Бог, что творил для этих людей, будет творить и для вас. Неважно, в чем вы нуждаетесь. Закройте глаза, сконцентрируйте свою веру, я молюсь, Отец, во имя Иисуса, протяни свою руку к этим людям, исцели, освободи и навсегда во имя Иисуса. Будьте благословенны.